Привет, сверстники, а также интересующиеся подготовительного возраста. Смотрите, я что хочу сказать. Все же переменилось совсем. Ну вот еще для наших родителей, для моих родителей, после 50 начиналась старость. А для нас, для моего поколения, для всех моих сверстников, с 50 начинается абсолютно самый кайф жизни. Не, ну правда, серьезно, вот абсолютно без преувеличения. Смотрите, есть здоровье, есть силы, есть время, есть свобода от социальных обязательств, есть, наконец, опыт жизни. И при этом до начала старости еще, ну сколько, 25-30 лет. 25-30 лет. Потому что старость в сегодняшнем мире начинается, ну когда? Ну лет 80-75. Вот эти годы, эти 25-30 лет после 50, они абсолютно самые лучшие в жизни. Не потеряйте их зря, потом жалеть будете страшно, потому что они не повторятся, второй раз этого не будет. Если вы их потеряете, вы потеряете вот абсолютно самое прекрасное время, которое у вас может быть. В сегодняшнем мире же после 50, вот если вам за 50, для вас возможно абсолютно все. Да? Новая любовь, новые приключения, новые друзья, новая карьера, если вы захотите, новые путешествия. Абсолютно все безо всяких ограничений. Причем серьезно, вот качество всего этого, качество впечатлений, которые у вас могут быть, они на порядке превышают и все то, что возможно в зеленой прыщавой юности и в обремененной социальными обязательствами зрелости. Правда? Это все может быть намного ярче, лучше. Все, что вы захотите. И для этого вовсе не обязательно, как считается, иметь кучу денег. Это неправда. Для этого просто нужно знать как. Больше ничего. Не бояться и знать как. Я вот, собственно, поэтому и написал книжку, которая называется «Хорошо за 50». О жизни после 50, которая лучше, чем жизнь в молодости. Да? Не просто такая же, да, не просто похожая, а лучше намного. И это книжка о людях, которые вот научились, да, которым за 50, которые 55, 60, которые нашего с вами возраста 65, и которые научились в этом возрасте жить ярче, насыщеннее, интереснее, веселее, чем в молодости, чем в 25 или 30. Книжка об их опыте, об их историях. Да? Я над ней работал, ну, сколько, ну, весь прошедший год. И вот сейчас она уже готова практически. В феврале она выйдет из печати, а заказать ее можно уже сейчас. Либо в бумажной версии, либо в электронной. Вот. И, слушайте, заказывайте, пожалуйста. Этим вы очень поможете мне закончить книжку, вот, с одной стороны. А с другой стороны, книжка, я очень надеюсь, поможет вам, ну и миллионам наших с вами сверстников, научиться после 50 жить в кайф, радостно, лучше, чем в молодости, что самое главное, лучше прежнего. Вот. Но если вы закажете книжку сейчас, я надеюсь, что очень сделаю, вы обязательно это сделаете, то вы ее получите из первого тиража, самым первым, и, естественно, с моей благодарностью и личной благодарностью вам за то, что вы это сделали. Спасибо.